Итак, друзья, все вы знаете, что я время от времени выставляю фотографии о том, как я занимаюсь спортом. Но при этом я не хожу в спортзал, потому что в свое время я ходил в спортзал 5 дней в неделю, а чаще 6. Поэтому этого достаточно. То есть я уже давно в той кондиции, в которой я сам могу себя тренировать, мне для этого надо только место и время. И еще я всегда знал, что современные многоэтажные дома с широкими площадками, с длинными лестницами – это отличное место для построения домашнего спортзала. Что для этого надо? Что вообще человеку надо, чтобы он чувствовал себя здоровым? Ему нужно бегать, ему нужно делать физические нагрузки на тело. Для этого можно приседать, для этого можно отжиматься. Бегать можно на улице, но так как в свое время я здорово повредил ногу еще в молодости и у меня перелом, то я бегал буквально до последнего времени, но где-то около года назад я стал чувствовать, что после нескольких пробежек у меня нога начинает хромать несколько дней, отекает. И поэтому я поменял бег на восхождение по лестничным пролетам, что на самом деле является еще более полезным. Да, Платон? Да. Иди сюда. Ну, быстрее. И вот мой Платон, он смотрит на меня. А так как я в молодости занимался боксом и, в общем-то, не прекращал им заниматься, просто не хожу в зал, не стою на ринге, не бьюсь очень часто в спарринге, то у меня всегда существовала необходимость почему-то бить. Лучше же бить по мешку, чем по живому человеку. Тем более, когда ты бьешь по мешку, видимо, в глазах есть какой-то блеск и взгляд, и живые люди к тебе обычно с этими вещами не обращаются. Поэтому я подумал, что я могу сделать дома? Лестница у меня есть, улица у меня есть, 2 метра площади для отжиманий квадратных и приседаний у меня тоже есть. Надо куда-то повесить мешок. Если бы я повесил этот мешок вот сюда, в коридор, меня бы Ольга, которая сейчас снимает, выгнала из дома. Вот. И поэтому я подумал, у нас прекрасный в Киеве хороший дом с широкими пролетами. Повешу-ка я мешок туда. Для этого... Так, вот. Покажи, как ты умеешь. Покажи бой с тенью. Отлично. Вот. Нет, ну что ты... Ты что, мух отгоняешь, Платон? Ты мух отгоняешь? Вот, смотри. Да. Вот, видишь? Оп. Вот так. Опа. Вот так. Видишь? А не вот так. Я подумал. Мне нужно купить мешок боксерский и повесить его рядом со своей квартирой. Вот это и есть домашний спортзал в моем понимании, который может сделать каждый человек. Что дает упражнение на мешке? Ну, как минимум, спокойствие, какое-то развитие координации. Вы можете почувствовать, насколько правильно вы бьете. Если мешок твердый, а вы не очень владеете ударом, то при неправильном ударе вам всегда будет больно. В первую очередь не на костяшках, а где-то в суставах. То есть это даст вам понять, что вы бьете не совсем верно. Но лучше, безусловно, походить на тренировки по боксу, чтобы позаниматься с тренером хотя бы немного, чтобы просто понять. Но если этого нет или у вас нет желания, все равно можете повесить мешок и бить его так, как вам Бог на душу положит. Вот, зазвонил мой таймер в телефоне. Сейчас я его отключу. Так. Это еще будильник. А теперь пойдемте посмотрим, как это выглядит в реальности. Вот, пожалуйста, вот я выхожу из квартиры. Тут же захожу сюда. И вот он, пожалуйста, мой маленький домашний спортзал. А это кто пришел сюда? О! Так, что я сделал? Я поехал в магазин, купил себе самый простой мешок, твердый, не самый большой, но и не самый маленький. Он достаточно устойчиво держится. Просверлил в потолке дырку, вкрутил туда анкерный болт на 110. Этого вполне достаточно, чтобы было выдержать еще таких трех, как я. И мешок. Мешок 27 килограмм. Как вы видите, здесь у нас, ну вот почти широко, здесь у нас 1-2-3 метров 5. В принципе, это дает заниматься вполне нормально. Мешок я обмотал изоляционной лентой или скотч, потому что скотч дает возможность таким образом жить в мешку подольше, особенно если это мешок левый.
А это, в общем-то, левый мешок, ребят. Вот он набит опилками. В голове моей опилки, да-да-да, как я его пел. Правильно? Да. Он твердый, набит опилками, но в принципе это хорошо, потому что он не раскачивает. И когда вы работаете в перчатках на твердом мешке, ваша боль заставляет вас правильно делать все, что от вас требуется. То есть по твердому мешку вы не ударите неправильно. И обязательно защитите свои руки или перчатками, и бинтами. И на этом мешке я работаю и в перчатках, и без, и локтями, и голыми ладонями. Это выглядит примерно так. Я работаю на мешке полчаса в перчатках и 15 минут с голыми руками, но в бинтах. Окей? Существует основных три удара. Их надо отрабатывать. Прямой удар в голову, прямой удар в корпус, апперкот в корпус и в голову, боковой в голову. Вот и все. Казалось бы, комбинация этих трех ударов легко может сделать из вас чемпионом мира. Пожалуйста, всего-то три удара. Плюс несколько защит. Прямой удар. Вот я здесь отметил специально уровень головы среднестатистического моего оппонента. Здесь я отметил уровень его солнечного сплетения и печени. Это Платон. Он, видимо, хочет стать моим оппонентом. Нет, не хочет? Вот удар снизу. Раз, 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 раз. Вот комбинация ударов в голову. Вниз. Раз, два, три. Оп. Раз, два, три. Раз, два, три. Есть еще боковой удар. Особенно хорош, когда ты подходишь близко или к тебе подходит близко. И начинает там тебе что-то объяснять. Ты стоишь, смотришь, Потом бау. Также можно работать без перчаток. Руки обязательно бинтуем, потому что суставы, руки, кости всегда вылетают. И начинаем тихонечко отрабатывать удары голыми руками. Это довольно больно, но бинты вас защитят. Зато вам это позволит очень правильно все наносить. И то же самое, сдоворачивая кулака, начинаем работать. И, безусловно, на ногах. Снизу. Боковой. Уклончики. Даун. Уклончики. Даун. А можно работать голыми руками? Очень хороший есть вариант. Так называемая плюха. Очень действенная. Когда стоишь. И также можно работать локтями. И до бесконечности. И до бесконечности. Платон прав. Платон прав. А локти – это вообще убийственное оружие ближнего боя. Вот, допустим, подошел человек и хочет вам что-то сказать. Что вы делаете? Раз, локтем по ребрам. А потом рука. Все, друзья, мой телефон-таймер-плеер выпал, значит, пора заканчивать. Ну и после занятий мешок надо снять. Берем лестницу, это на самом деле не трудно. А мешок, кстати, весит 27 килограмм.
Берем его сюда. Ставим на лестницу. И снимаем. Крюк. И вниз. Все. Все эти дела относим на балкон. Кстати, мешок сам по себе может быть тренировочным снарядом, может тяжелый. Что с ним можно делать? Например. Например, его можно держать вот так. На вытянутых руках. Работают руки, плечи, пресс, ноги. Все. Потом его можно поднимать. Оп. И сюда. Можно ходить. Можно перекидывать плеча на плечо. А можно с ним приседать. Вот так. Оп. Два. Раз. Два. И так. Пока хватает сил. Это можно делать здесь. Это можно делать в коридоре. Как я сказал, 2 на 2. Берем это все и уносим на балкон. С вами был Серж Валымов, русский эстонец, временно живущий в Киеве почти постоянно. Привет, будьте здоровы, будьте вегетарианцами, и тогда никакой спорт вас не убьет. Так, а камера все снимает и снимает. Ну хорошо. Раз камера снимает, покажу дальше. Вот так. И на балкон прячем. Снимаем кроссовки. Кроссовки обязательно должны быть не со скользкой подошвой, потому что, как правило, плиточное покрытие коридоров, оно скользкое. Особенно если там мокро, сразу упадете. Поэтому выбирайте, не жалейте, не экономьте на себе. Ну и теперь эту всю сбрую на балкон. Так ведь? На балкон? Помните, как Шварценеггер ходил в фильме «Команда»? В одном уголке губ сигара, а на плече бревно. Ну вот я примерно так, как он. Пошел. Вот и все. Никакой человек даже не догадается, что в этом доме, в моей квартире, рядом с моей дверью, есть полноценный спортивный зал. Ну, а если догадаться, можно взять вот такую лестницу и как ебануть его по башке, чтобы не болтало лишнее. Все, ребята, на этот раз действительно пока.